В Краснодарском крае уделяется большое внимание развитию спорта, в том числе таким направлениям, как водный туризм. Природно-климатические условия и большое количество водных объектов позволяют практически круглогодично проводить тренировки и соревнования по гребному и парусному спорту, рафтингу и каякингу. Подробности в следующем материале выпуска. В Славянском районе вот уже более 10 лет успешно развивается гребной спорт. Сегодня есть все возможности для развития рафтинга и каякинга. В минувшую субботу на просторах озера Толока был проведен краевой фестиваль водного туризма «Новое поколение», организованный краевой крейсерско-парусной школой. Нам очень приятно, что Славянский район становится центром притяжения молодых людей из Краснодарского края для того, чтобы уже ранней весной в такую более-менее спокойную погоду в самом центре нашего любимого города Славянска на Кубани проводить такие мероприятия. Мы всегда с радостью и с удовольствием, с распростертыми объятиями, как говорится, готовы принимать любого формата, любого уровня и масштаба мероприятия. И вас, дорогие ребята, у нас в гостях, поэтому, пожалуйста, чувствуйте себя максимально комфортно, как дома. Открытие водного сезона решили провести в нашем городе не случайно. В Славянске на Кубани вот уже более 20 лет успешно работает филиал краевой крейсерско-парусной школы. Ежегодные соревнования «Славянская кругосветка» хорошо известны спортсменам. А теперь у них появилась возможность лучше познакомиться с такими видами водного спорта, как рафтинг и каякинг. Цель сегодняшнего нашего мероприятия – это развитие водных видов спорта, здорового образа жизни и привлечение молодежи к туризму и активному его развитию. Это необычный вид спорта, необычный вид туризма, который позволяет сплавляться не только по бурным рекам, а также по гладистой местности, по озерам, прудам и так далее. В соревнованиях приняли участие 11 команд из 8 муниципалитетов края. Кто-то мастерски справлялся с поставленными задачами. Уверенно держал весло и стремительно вместе с командой греб к победе. А кто-то только впервые попробовал укротить водную стихию. Приехал сегодня сюда в поисках новых ощущений и опыта. Сел впервые в жизни в каяк. Не отошел от берега на пару метров, как сразу же перевернулся. Но в моем случае это наоборот. Меня подстегивает сесть еще раз и проплыть больше. Сейчас я сел во второй раз, дошел до середины озера и вернулся без проблем. В данный момент меня это очень сильно заинтересовало. Если в нашем городе есть подобное, то я с удовольствием продолжу этим заниматься. Ребята соревновались с другими муниципалитетами в таких дисциплинах, как рафтинг и каякинг. Также для них были проведены мастер-классы и показательные выступления от экспертов в области экстремальных видов спорта. По итогам соревнований лучшими стали команды из Новокубанска, Горячего Ключа и Темрюка. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».